Ура! Ура! Я получил только что на Почте России посылку из далекого и жаркого Таиланда. Дорогие мои зрители, сейчас я сяду на трамвай и поеду к другу. И мы вместе заценим ништяки из Таиланда. Я пошел садиться на трамвай. Здорово! Здорово! Всем привет, дорогие друзья! Я получил посылку из Таиланда! Очень рад! Вышел из трамвая 6-го, прокатился. Трамвай такой прикольный. Ну что, друзья, я волнуюсь. У меня в руках посылка из Таиланда. Там всякая вкусная вкусняшка, ништяки из Азии. Вот такая вот посылка. Вот, Таиланд. Таиланд пост. Итак, дорогие мои друзья, у меня в руках посылка из Таиланда. Я получил сегодня эту посылку на Почте России. Сейчас я сижу на берегу водохранилища Химкинского в городе Москве. Позади меня находится речной вокзал. Я живу в той стороне. В той стороне находится Ховрино, фестивальная улица, речной вокзал, Вольный стадион. На этой стороне находится Тушино, метро Планерное и метро Сходнинское. И сейчас я буду вам показывать свою посылку из Таиланда. Ну что, вот такая вот коробка прямоугольная. Такая, я бы не сказал, что она такая цивильная, немножко покоцанная. Вот тут даже какая-то не такая, она такая немножко надпорвана. Большое спасибо парню Игорю. Игорь, ты молодец, что откликнулся на мою просьбу и собрал мне посылку из Таиланда. Сейчас Игорь находится у нас на родине, в России, в городе Питере. И я Игоря пригласил в Москву в гости. Говорю, приезжай, пообщаемся, возьму интервью у Игоря. Он мне расскажет о Таиланде, о своем житье-бытие в Таиланде. И моим зрителям расскажет, нам всем. Если будет у него желание, конечно. Такой каучсерфинг. Я за каучсерфинг. И большое спасибо Игорю. И, в общем, начинаю обзор посылки. Также привет Толяну. Толян, если бы ты был поактивнее, то я бы с тобой общался вживую в реальности и угостил бы тебя этой посылкой. Но ты не выходишь на связь, и поэтому я эту посылку съем один, в одну харю. Толян, у тебя скоро день рождения, да? 29 лет, 14 мая. Эх, как было бы здорово с тобой пойти в лес тимирязевский, шашлычки пожарить на мангале, попить там газировочки. Или ты хуч там будешь пить. Было бы здорово там сосиски пожарить на костре. Эх, Толян, Толян, почему ты не выходишь со мной на связь? Ладно, Толян, в общем, смотри обзор на посылку из Таиланда. И все его поклонники,
и все мои друзья, и все мои зрители, для всех вас я снимаю это видео. Я очень волнуюсь, очень нервничаю, говорю слова прямо из головы, без блокнота, без пунктов. Дорогие мои зрители, честно вам признаюсь, что это первая в моей жизни посылка из-за границы. И не из-за какой-нибудь там Молдовы или Белоруссии, а из Таиланда. Таиланд – страна не близкая, находится в Юго-Восточной Азии. Столица Таиланда – город Бангкок. Я сам ни разу не был в Таиланде, но, конечно, признаюсь, хотелось бы слетать в Таиланд. Желание есть, но жаба душу, да, тратит деньги. И вот нашелся добрый парень Игорь, который прислал мне посылку из Таиланда. Я вот просто могу говорить вечно об этом, что мне пришла посылка из Таиланда. Просто я реально нервничаю, переживаю. И меня просто переполняют эмоции, радость. Ура, ура, дорогие друзья, мне в Москву, в Россию пришла посылка из Таиланда. Просто я хочу поделиться со всеми вами этим своим переживанием, своей радостью. Ладно, давайте перейдем к распаковке. Тут скотч у нас. Мы берем, убираем скотч. И распаковываем, распаковываем. Барабанная дробь. Пара-п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 ам. Вот оно, дорогие друзья. Настоящие ништяки из Таиланда. Как аккуратно все упаковано. Смотрите. Полюбуйтесь на эту красоту. Такого вы в Москве, да вообще в России, никогда не найдете. Здесь написано на таиландском языке, на тайском языке. Какой язык в Таиланде, я не знаю. Упаковка, и здесь находятся такие вот пачки с ништяками из Таиланда. Что это такое? Мне даже страшно подумать, дорогие друзья. Ни одного слова по-русски. Только язык Таиланда. Но есть по-английски, что product of Thailand. Английский язык, он, конечно, более распространен в мире, чем русский. Ой, Игорь, я вот сейчас держу в руках эту посылку. Я так счастлив. Спасибо тебе, Игорь. Дорогие друзья, помните, наш суровый мир не без добрых людей. И найдется хотя бы один добрый человек на тысячу, на миллион, найдется. И вот мне повезло. Я бросил клич в интернете, и Игорь откликнулся. Он понял, что я такой же обзорщик еды, как итальян. И даже не хуже. В каких-то моментах даже лучше, потому что я общаюсь с людьми, стараюсь по возможности, выхожу на связь, гуляю с подписчиками, с друзьями, да, со зрителями, чего Толян не делает. Толян дома сидит. Дорогой Толян, смотри, какие ништяки проходят мимо тебя. Я бы с удовольствием вот прям вот дал бы тебе, вот прям вот угостил бы тебя вот прям вот хоть чем хочешь. Но ты не выходишь на связь ко мне. Толян, я приду к тебе на день рождения 14 мая. Устрою флешмоб в подъезде или во дворе. Ладно, а пока обзор. Как обзор, да? Посмотрим, что у нас тут вообще есть интересного. Так, поставлю коробку на колени. И давайте посмотрим. Вот, вот такая вот штука есть. Какие-то кокори-болс.
Слово «болс» я знаю по-английски «шарики». Есть «баскетбол». «Баскет» – корзина, а «бол» – это по-английски «мяч». «Кокери болс». Вот, написано «кокери болс». Вот такая вот упаковка. Прикольно вообще, ребят. Такой язык, такие закорючки. Обалдеть! Смотрите! Черри-томаты. Какие-то сушеные томаты непонятные. Так и хочется выучить язык этот таиландский. Вот такая вот штука. Это у нас какие-то... Непонятно, что такое. Это, я так понимаю, какие-то сушеные горошек. Ребят, я вот первый раз в жизни обозреваю посылку из Таиланда. То есть первый раз в жизни обозреваю посылку из другой страны. Это в общем, и в частности из Таиланда. Друзья, волны, штормит. Вот есть такая вот штука непонятная. Вот такая вот. Лимоны какие-то. Опачки! Толян! Смотри-ка что, бич-пакет, типа нашего Ролтона, продукт Таиланда. Какая красота, господи, мама моя, мама дорогая. Куда же написано слово «мама», смотрите, реально слово «мама» написано. Вот такие вот сэндвичи есть. Вот еще бич-пакет. Просто радость, а не посылка. Какая красота! Обалдеть, друзья! Таиландские бич-пакеты. Ребята, без комментариев, просто зацените картинки. Я в шоке, я не знаю ни одного слова. Не могу ничего вам сказать, просто как переводится все это. Давайте я поставлю и разложу вот так вот. Что у нас пришло тут? В основном это бич-пакеты. Толян, твоя типа тема. Вот такая вот бичуха пошла. О, прикольно. Какая-то с роллами непонятная. Да, бич-пакеты из Таиланда. Вот это помощь гуманитарной России. Прикольно. Какая-то мультяшка. Вот это мне нравится упаковка. Здорово. Вот что, реально ни одного слова по-русски. Потому что это реально вот чисто без посредников, как говорится, прямо с завода. А вот эти вот все посредники, они которые вот потом, они уже по-русски начинают писать. Вот это вот в этом вся фишка, что чисто без посредников напрямую от производителя к покупателю. Вот такие вот бич-пакеты. О, прикольно.
Это синяя, а это зеленая. А, смотрите, какой прикольный человек. Ребят, без комментариев, просто смотрите и все, и офигевайте. Реально круто. Моя первая посылка из Таиланда. То есть вообще, в моей карьере это первая посылка, которую я обозреваю, ребят. Вы просто поймите суть, все величие данного, значит, события. Потому что Толяна забаловали, ему из Нью-Йорка посылки присылают, и фанаты из России, и он даже не удосуживается дверь открыть, чтобы принять посылку. Вот сам Игорь Ермоленко к нему приезжал и не открыл дверь Толян, понимаете? Потом только приехал Хомяков, и все-таки Хомяков передал посылку к Толяну, и плюс... У него там на хате посидел, там видосы поснимали. Так что вот такая вот посылка, друзья. Cocker Bells. Это Cocker Bells из Таиланда. Какие человечки он. Алексей, ты можешь комментировать за кадром, спокойно. А, Алексей не хочет комментировать. Ну что ж, дорогие друзья, смотрите, вот такая вот посылка из Таиланда пришла. Дорогие друзья, вот такая посылка из Таиланда. Я очень рад. Сейчас я... Поеду домой к себе, отложу посылку и буду в дальнейшем снимать видеообзоры на то, как я пробую данные продукты, данную еду. Как вы видите, здесь в основном лапша такая, быстрое приготовление, как наш вот роллтон, только вот реально из Таиланда. Буду дома заваривать, пробовать. Пальмовое масло здесь есть. Таиланд Best написано. Все по-таиландски. Сайт тоже Таиланд. mama.co.th. Скажем большое спасибо Игорю. Посылка пришла из Таиланда. Шла она более 2 недель. Прилетела на самолете в аэропорт Шереметьево. Я очень счастлив, очень рад. Моя первая посылка в карьере моей обзорщика жратвы еды. Я как обзорщик еды реально очень рад этому событию своему, своей творческой жизни, карьере на Ютубе. Дай бог, чтобы мне еще нашлись друзья из других уголков планеты, из Мексики, где-нибудь там, из Бразилии. Было бы тоже здорово что-нибудь такое попробовать. Ну что ж, начнем с Таиланда. Таиланд – первая страна в моем списке. Ну что ж, неплохо. Посмотрим, друзья, посмотрим. Найду еще, может, друзей. Что-нибудь мне еще, может, пошлют. А так, большое спасибо Игорю. Толян, смотри, я твой конкурент. Если не будешь со мной дружить, то данные ништяки будут проходить мимо тебя, мимо твоего милого ротика, бородатого, усатого. Ну что ж, друзья, пойду я домой,
Уже вечереет, 8 час вечера. Комары закусали. Темнеет. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Нужна ваша подписка, поддержка. Комментарии пишите. И до скорых встреч в новых видео. Ждите обзоры на эти прикольные ништяки из Таиланда. До свидания. Пока-пока.